Добрый вечер. Сегодня четверг, 10 августа. Вечерком у меня было немного времени, я вышел порыбачить. Отловил несколько рыбешек, в том числе и пару линей. Что, хочу их на ужин пожарить. Я знаю, что для многих проблем, многие не любят линей, потому что он скользкий, от него его сложно чистить, думают и тому подобное. Но я все уверяю, что чистить линя не так сложно, очень-очень легко, не сложнее, чем даже карася. Как избавиться от его скользкой натуры? Как его почистить и как разделать линя? Именно об этом я сегодня хочу вам показать видео. В первую очередь нам нужен сами линя, конечно, нужны. И нужна горячая вода, крутой кипяток. Вот у меня чайник сзади, я его ставлю. Он у меня полный. Как он закипит, я покажу, что делать дальше. Вода закипела. И приступаем к самому главному. Поехали. Чайник с водой. Ножик. И показываю. Смотрите. Вот что с ним происходит, когда его, если линя ошпарит кипятком. Смотрите, когда рыбу заливаете, видите, слизь вся свертывается. Вот. Так, одного чайника, конечно, маловато. Пока второй чайник будет закипать, я вычищу слизь с одной стороны. И смотрите, вот слизь свернулась, вот она ножом вот так вот легко счищается. Вот. И никакой он уже здесь не скользкий, вот он, легко-легко счистился. С этой стороны скользкий, потому что его не ошпарили еще. Вторую рыбу. Берем под жабры и чищаем всю слизь с него. Это легко и просто. Точно так же поступаем со второй стороной. Вот. Я уже это не буду показывать. Вы видите, вот он. Чищается вся, даже чешуя с него уходит. Но я советую чешую не трогать. Не надо стараться, чтобы был чересчур белый вот так вот. Чешуя и так она не мешает. Не такая крупная чешуя, чтобы ее за нее болеть. Все, я вычищу до конца от слизи, а потом уже покажу, что делать дальше. Вот так вот выглядит уже линь после ошпаривания его кипятком. И когда соскоблил всю слизь с него, она легко и быстро счищается, и все. Теперь ее надо просто выпотрошить, разделить. Чтобы резать крупные кости, у меня вот есть секатор. Если вам интересно, я как-нибудь сниму, как его разделывать. Сейчас я его просто уже, он у меня ошпаренный, почищенный от слизи. Я его разделаю на порционные куски и буду просто жарить. Если вам это короткое видео понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео с теми, кто не знал, как чистить линя, избавиться от слизи. Вот. Я надеюсь, после такого способа вам линь станет нравиться уже. Ну, а вам спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. И вуаля, готовый результат.